Доброго утра! Готовим кашу. Сегодня овсянка и с сушеными персиками. Не знаю, что это будет. Ну, сейчас посмотрим. Тесто вкусное. А мы тут еще с мамой пробуем вчерашний ужин. Еще купили 3 макарошки. Одну уже Сержуня съел. И одну я, и одну мама. Сержуня сказал, что это за таблетки от головы. В общем, одна штучка 80 рублей стоит. Ого! Такая прикольная. Ну что, она вкусная или нет? Да? Вкусная? Вот, сейчас кофе со сливками, каша. Пицца. Разогреваю завтрак детям. Пицца по 1,5 кусочка и картошка фри. Я не знаю, что вам, чай или компот? 9 часов, вот даже 9:20. Дети только проснулись. Чаем. Я доедаю свой стейк с лососем. Ну, для меня он немного пересушен, но очень вкусно, особенно холодным. Мне кажется, даже вкуснее, чем горячим. И завтракаете? Пицца и картошка фри, что может быть? Да? Всё жирное. Кто жирная? Пицца жирная. Ну, Гриша, она вообще-то с беконом. Конечно. Ты не будешь? Конь. Ты не будешь тебе кашку сварить? Не, я там буду. А, да? Я тебе могу кашку с малинкой. Нет, но кашку с молочком для маленьких. Угу. Вместо того, чтобы жарить картошку на обед, я монтирую видео. Вот сейчас смонтировала, поставила выгружаться аж за... Какое? 24 июля, а сегодня уже 1 августа, представляете, я лошара, но у меня не было вдохновения. Вот реально нет вдохновения, и все тут. Но при этом я снимала, но я чувствую, что вот что-то не то. А сегодня поперла. Сегодня я хочу снимать, хочу что-то рассказывать, в общем, куда-то, откуда-то оно пришло. Это вдохновение, не знаю, откуда, из макаронов, наверное. Ну, в общем... Короче, у меня офигенное настроение. Буду сейчас жарить картошку. Не выключилась камера. Пожарила я картошку. Все, картошка готова. Добавила чеснок, зелень в конце перемешала. Видите, она такая у меня прям подразвалилась, но я ее достаточно мелко порезала, и поэтому в процессе мешания она все-таки... развалилась. Не знаю, не умею я жарить картошку прям вот так вот красиво, кружочками, колечками, чтобы она была. Она мне всегда вот практически вот такого вида. А я ездила на почту, забрала, по-моему, это маме сумка, как мы заказывали в прошлом году и в этом году, вот, или даже 2 года назад, я не помню. Ну, в общем, сумка классная. В прошлый раз, по-моему, она была за 400 рублей, сейчас за 600. Сейчас я ее открою, покажу. Так, как у бабушки уже такая была, но у нее уже молнии за столько времени, учитывая, что она каждый день ей пользуется. Ну, китайщиной, конечно, попахивает. О, бабушка, сумка, бабушка. А бабушка как веселый молочник. Молока нам привезла. Это ваша сумка. Ой, так быстро пришла. Ну, позвонили по-домашнему. Да, да, с почты. Антоша взял трубку. Спасибо. А ну покажи, Антоша. Такая же? Только... Нет. Тут уже надпись. А, да, а то не было, да? А тут не было, что я вижу. Угу. А также. А ну, смотри, там же и... молния. Не, ну эта девушка уже поставила молнию, они так подали. Дедуля-то. А где должна же быть это, по-моему, через плечо, ну, да? Вот есть? Все, есть. Ремешок есть. Ремешки. А, и короткие, и длинные, ну, да? Да. Длинные, главное. Ну, да, побольше длинные надо. А, баллончик. Это я взял. Ну, молодец, правильно. А я думала, это кто-то другой звонит. Да, ура, да? Спасибо, доча. Китайцам. Да, зачем мне говорить? Ну, еще быстро пришла. Да, 2 недели, наверное, да? Ну, так... Да, быстро. Быстро, да. А я сейчас варю кукурузу, но, скорее сказать, она уже доварилась, 15 минут покипела. И варим целую кастрюлю на 2 и нам, и родне.
ну, в смысле родителям, и Стёпе дадим. Она немного сейчас постоит, настоится. Листиками кукурузы я укладываю дно, кладу кукурузу и сверху тоже накрываю листиками. Вот. И 15 минут после закипания. И сейчас еще остывает тоже в этой же кастрюльке. Я опять про закат. Такой розовый закат никого не оставит равнодушным. Он, честно, обалденен просто. Я люблю его. А тут у нас работа кипит, могу сказать. Ну, правда, я вам сейчас кладбище показываю, но тут горы чего-то, не знаю чего, гравия, что ли, или земли, что-то там будут делать у нас на кладбище, наверное. И вот техника стоит. Сейчас расскажу, вроде поехала забирать Гришку, но на самом деле не забрала, вернее, забрала с карате и оставила его в машине у Веры со Стёпой. Они поехали помогать Башке Вале копать картошку, и Гриша там, Афоня, Вера его сегодня с садика забирала. В общем, у нас сегодня родня, просто взаимопомощь с детьми. Вот, и сейчас Антоха гуляет с Дашей. Прям ему, он балдеет, если честно. Они с Дашей находят общий язык очень хорошо. Поэтому все счастливы. Уже вечер, я пробую детям установить Sims на компьютер. Пока ничего не получается. Вот сейчас вышла встречать детей. Сейчас Тёпа с Верой привезут наших деток. Уже первая звездочка загорелась. А вон еще одна. В общем, две звезды вижу. Обожаю еще звезды. В общем, люблю небо. И мечтаю полететь на самолете, как минимум в Турцию, как максимум в Париж. Ну, это не совсем максимум, еще бы хотелось, конечно, попутешествовать по Европе, по всей. Но пока нужно мечтать. Это тоже большое имеет, мне кажется, значение. Вот сами мечты и представление того, что ты уже возле Эйфелевой башни. Едут в соседнее село на дискотеку. Алют у нас на хуторе! Класс! Ура! Ура! Кричи, Саш! Ура! Ура! Все? Закончился? Класс, да? Новый год, Саша! Не Новый год, а какой год? Не Новый год. А сейчас что?